Республиканский онкологический диспансер пополнился новым оборудованием. В рамках нацпроекта здравоохранения в текущем году Карачаево-Черкесский республиканский онкологический диспансер получил 7 единиц медтехники, предназначенной для проведения необходимых медицинских обследований пациентов с онкологическими заболеваниями. Об этом сообщил глава республики. Это стало возможным благодаря программе «Борьба с онкологическими заболеваниями» нацпроекта здравоохранения, разработанного по поручению президента России Владимира Путина. Программа успешно реализуется на территории республики с 2019 года. За это время республиканский онкологический диспансер пополнился на свыше 100 единиц медоборудования, включающего современные аппараты ультразвуковой диагностики, рентгенодиагностические комплексы, магнитно-резонансные томографы и многое другое.